Будет хорошо. Эй, слушай, водища тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Лагерь? Где? Покажи. Я пойду. Пойду. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. Огромное тебе спасибо. Скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Беги, старайся на глаза не попадаться. Перезарядите. Завалил. Еще один трофей. Вот так. Вижу.
Конечно. Посмотрим. Пригодится. Я ведь не все гнезда в этом месте выжег. Еще одно. Погнали. Помогите! Помогите мне! Убийцы и воры все до одного. Сколько вы за сегодня уже прикончили? Ага. Пойдет. Все будет хорошо. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь, там безопасно. Я пойду. Куда? Скажи, куда идти? Peaceful Lake, Марк Коупленд. Там безопасно. Спасибо, что не бросил меня. Я бы точно погиб. Я бы ни за что не выбрался. Спасибо. Я Дикон. Они меня знают. Держись подальше от дорог и беги.
Само собой. Долбанные упокоители. Я вас всех перебью. Мы на пути. Кто здесь? Вот он! Вот он! Уходим отсюда! Искать бензин. Есть уже.
Трофей. Что-то сгодится.
Все, есть. Надо убить их всех. Всех до одного, кровожадные ублюдки. Я ранен! Вот так. Что, понравилось? Теперь дело за остальными. Черт, патронов мало. Люди потерянные! Будете бить в спину, да? А когда вас бьют, нравится? Это я возьму. Теперь мое. А это что? Это потерянный! Пусть увидит! Укрытие! Вперед! Иду! Иду! Мне нужно прикрытие! Да! Беги к нему! Умирает! Выступаю! Мне нужно все прикрытие! Назад! Отходим! Вперед! Там его жертву! Он покинул! Ха!
Прикройте! Свободные! Не уйти! Да! Да! Все, что вы можете? Ну да, ожидаемо. В следующий раз дважды подумаете, прежде чем на кого-то напасть. А нет ли у них тут бункера? Наверняка ведь есть.
Радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Мы будто снова оказались на Диком Западе. И многие делают вид, что закон и порядок остались в прошлом. Но насколько я знаю, мы по-прежнему в Соединенных Штатах Америки. А в этой стране право собственности непоколебимо. Мы имеем право на эту территорию, жить на ней и защищать ее. Да, когда-то мы забрали ее у индейцев, историю не перепишешь. Но мы забрали ее силой, и только... Сила поможет нам сейчас двигаться вперед. Мы не склонимся перед бандитами. Если федералы, упокоители или мародеры решили, что могут хозяйничать на моей территории, их ждет разочарование. Выживают сильнейшие и побеждают сильнейшие. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободное». Верьте лжи. Боже ты мой, закон и порядок — это все уже в прошлом. Что ты несешь? А, ну хотя ты верно заметил. Если хочешь теперь чего-то добиться, нужна сила. Сила и куча патронов.
угомонись! Возьмем. Thank you.
Порядок. Mm-hmm.
Алло, ворота кто откроет? Это один из байкеров. Откройте. Так, где Такер и Элкай? На раскопках они. На каких, твою мать? На севере. Вон там. Кто тронет мой байк, пальцы буду ломать тебе персонально. Да понял, понял. В общих. Чего ты хочешь? Привет, хочу посмотреть. Ну ладно. Да-да. Эй, как жизнь? Здорово. Ладно. Что-то. Говорю тебе, куда ни глянь, везде сплошное поле лавы, на 25 футов вглубь. Нужны молотки отбойные. Вот только не надо мне тут лекции читать, я в курсе. Чёрта с два. Наши люди голодают, а даже были бы и сыты. С лопатами на это все равно ушли бы месяц. Да мне наплевать! Да, мы голодаем, Эл. Но работу нужно закончить, даже если на это уйдет целый год. Других-то дел у нас все равно теперь нет. Стой. Это не все. Ну так давай поскорей, не задерживай меня. Упокоители. Сегодня. С утра большая группа шла через перевал. Вы ничего не сделали? Да мы... Сама знаешь, у нас мало людей. Они идут на север? Эл! Упокоители идут к нам, да или нет? Я не знаю. А этот может. Ну и что ты от меня хочешь, а? Что тебе надо? Хватит, Элкай. Знать это не его задача. Это ты у нас знать должен. А что мне теперь, разорваться, что ли? Реши, либо я тут в земле ковыряюсь, либо иду в водище. И встаю на защиту. Иди на склад, проверь, что с боеприпасами. А на раскопки пойдет Уиллер. На что уставился? Ну так, жду, когда у тебя мозги отрастут. Стоять! Ты Леона нашел? Ну, хоть кто-то здесь умеет делать свое дело. Поехали. Когда ты в последний раз приводил к нам новых людей? Таким людям, которые остались в водище, вы здесь не обрадуетесь. Люди мрут от лихорадки. Это меня не волнует. Тебе нужна наша еда? Тогда должно волновать.
Я же сказал, работу у тебя мы берем, но жить под твоим началом не станем. А напомни-ка мне, а то память уже не та. Почему? Потому что в этом нет смысла. Ха, ну надо же, какой ты оптимист. Где Бухарь? Он сказал, поедет в лагерь Копленд. Хочет там купить рыбы. Вы что, с Копландом скорешились? Его лагерь ближе к вашему? Не ближе и не дальше. Слушай, я Бухарю не нянька. Он ездит куда хочет. Господи, он у вас что, днем и ночью горит? Дохлых фриков прибавляется с каждым днем, в том числе и твоими стараниями. Жон днем и ночью, а что делать? Лейте больше бензина. Сгорают быстрее, меньше дыма. Нет на это бензина. Когда он весь кончится, на чем будет ездить твой байк? На слюнях и поте? Я не поняла, что тут происходит? Недостача. Со склада пропал провиант и патроны. Господи, кто был ночью в дозоре? Уиллер. Сегодня удвоите караул. Это начинает меня бесить. Хорошо. И в районе все спокойно? Я же говорю, тут как в тюрьме. Сборище ленивых лжецов, воров, насильников и убийц. Знаешь, почему так? Без понятия. Потому что мы такие и есть. Фрик-шоу. Выжили все самые мерзавцы, те, кто похлеще всяких фриков. Остальные надеются, что я буду кормить их, защищать, ухаживать за ними, пока они сидят на жопе и созерцают гибель мира. Эй, ты, ну-ка живо за работу! Не заставляй меня звать Сайруса! Ленивые подонки. Хотят валять дурака, пусть делают это ночью. День — мое время. Управлять лагерем — то же самое, что управлять тюрьмой. Ты уже говорила, но я забыл. Ты кем была? Начальником тюрьмы или типа того? Да ну куда мне? Я была всего лишь надзирателем в женском корпусе. А у тебя, судя по твоему виду, наверняка были проблемы с законом. В тюрьме срок не мотал? Закон нарушал, было дело, но в тюрьме я не сидел. Для тебя есть работа. Ларсон вчера ходил за припасами. Говорит, видел кого-то в Мэрион Форбс. Вроде бы какая-то молодая девчонка, но толком не разглядел. Он остановился там, поискал ее, но не нашел. Это точно? Ларсон этим занимается давно, как и ты. Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик. Но ты по этой части спец. Разыщи ее, пока не нашли фрики. Я попробую. Слушай, Такер, сначала я хочу получить кредиты за Леона. Будешь приводить мне живых людей, и я тебя завалю этими кредитами. Пойду найду Уиллера. Кому-то светит ночь в карцере. Надо чего-то? Привет. Ну ладно. Да, давай. Алкай, что надо, Намат? Это что там было? Вы с Бухарем тут не натыкались на упокоителей? У меня тут в Iron Butte. Человек от упокоителей сбежал. Его пытали, ну это понятно. Но не просто так, а выясняли, не видел ли он двух байкеров, двоих. Слыхал ли он о таких хоть что-нибудь? Полно людей на двух колесах. Что? Я-то тут при чем? Ищут бешеных псов. Много намадов еще живут под своим флагом. Кроме вас двоих. Сдается мне, на вас открыли охоту. Вот и узнаешь, каково это. Показывал бы лучше товар, чем языком чесать попусту. Как скажешь, Дик. Вот это стоящая вещь. Да, ладно, я буду здесь.
Привет. Эй, я это, что-то давненько Бухаря не видал тут. Да здесь он, наверное, больше помогает Коупленду в последнее время. Скажи ему, пусть тащит свою задницу сюда, к нему дело есть. Да, передам. Да. Ладно. Пока что все. Осталось определиться, кому это отдать. Чтобы ехать на север, надо доделать байк. Значит, Коупленду. Эй, что тебе нужно? Помощь. Умоляю! Спасите! Все будет хорошо. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь. Там безопасно. Лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером. Он поможет. Я думал, мне конец. Представляешь? Охренеть. Спасибо тебе. Большое тебе спасибо.
Скажи им, Дикон, Дикон Сент-Джон. Беги, старайся на глаза не попадаться. Сент-Джон, это Такер, прием. У нас для тебя задание. Привет, Такер. Ладно, я заеду как смогу. Отбой. Yeah.
Это мне нужно. Мне нужен бензин. Вот так. Вот, порядок. Сожжем его.
Тебе нужно? Просто смотрю. Эй, Коуп, наверное, Леон вез тебе это. Дик,
Ты сделал верный выбор. Верный выбор. Иди к Мэнни. Он поможет тебе с твоим байком. Коп говорит, ты много по... Помогаешь в лагере. Он это ценит, тебе хоть и молчит. Получше? Здорово, Мэнни. Дикон. Привет. Что ты ищешь? Что, кредитов маловато? Ну, пока. Пока что это все. Погоди, я сейчас. Эй! Мэнни, как поживаешь? Видел твой байк. Нужно отремонтировать. Лады. Спасибо. Погоди-ка, я сейчас. Эй. Привет.
Думал, что ты так зачастишь сюда. Как жизнь? Погоди-ка, я сейчас. Дик, ты на связи? Бухарь, какого хрена ты не спишь еще? Ну, не спится мне. Я езжу туда, потому что там фрики. Нам нужны трофеи, а уж где их добывать, мне похрен. Эти баны фрика везешь. Я видел сегодня утро на столе. Такие же, какие у нее были тогда. На свадьбе я помню. Я не буду... Короче, ты там лежи, отдыхай. Я за. Конец связи. Oh!
Ничего ужасного. Вроде порядок. Oh!
Давай! Вот эти козлы и устраивают засады на дорогах. Thank you.
Успокойся, Альварес. Я не брошу тебя им на съедение. Успокойся с миром. Они больше тебе не страшны. Бухарь, слышишь? Да, Дик. Я позаботился об Альварес. Спасибо, брат. Она бы поступила так же. Да, ты прав. Конец связи.
Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Земля в наших руках. И нам решать, как использовать ее во благо себе и своим близким. Это не я придумал. Это право нам дал сам Господь. Но некоторым этого показалось мало. Они хотели большего. Когда топлива стало мало, они решили взвинтить цены, чтобы сосредоточить в своих руках власть. Мы хотели строить дамбы, чтобы добывать электричество. Но косяки форели оказались для них важнее обогрева наших домов. Мы хотели срубить деревья и построить дома, но гнезда пятнистых сов были для них важнее, чем вся лесодобывающая промышленность. И вот федералы под землей. Мы избавились от посредников. Теперь никто не помешает нам взять то, что принадлежит нам по праву. С вами Марк Коупленд. Это радио «Свободный Орегон». Видишь ли, Коуп, цены на бензин-то упали, да еще как! Только одна проблема! Его надо искать самому! И тут навалом уродов, которые жаждут прибрать к рукам то, что наше по праву!
По запаху гнездо где-то. Сейчас прибыл.
Серьезно? Откройте ворота! Эй, все в порядке. Пусти. Коб говорит, ты много помогаешь в лагере. Она тут ценит, как молчит. Здорово, Мэнни. Ты пришел с трофеями, да? О, неплохо. Это все. Ну ладно. Пока. На сегодня это все. Тебе нужно? Как жизнь? Что, кредитов маловато? Спасибо. Эй, Дим. Мэнни, как поживаешь? Секунду. Тебе как? Бак залить? Отлично. Что-то еще? Сейчас завернем. Лады. Не-не, я еще кое-что поищу. Давай, увидимся.
Надо же. Помогите! Кто-то попал в западню. Умоляю! Я здесь! Я здесь! Я здесь! Свободный Орегон. Ну, правда? Вот, освобождается. Утром сломал очередную бритву. Вот а ведь так. Глобализация должна была принести нам лучшие товары со всего мира. Вместо этого мы получаем самый дерьмовый ширпотреб, который штампуют за рубежом. Хорошо. Все делается так, чтобы быстрее сломалось, и вы пошли покупать новое, и еще, и еще, и еще. Вам всегда нужна новая машина, новый телефон, новое то, еще... Лишь бы прокормить жадную орду колесатов. Хотите купить что-то добротное? Не надо, ничего не выйдет. У руля должны стоять честные трудяги. Если мы что-то делаем, то уж на века. Нашими руками строилась Америка. И мы выдержим все, что приготовил новый мир. Иные деревья гнутся, но не ломаются. Не сломаемся и мы. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. А по-моему, все поломано к хренам, Колб, что бы ты ни говорил. И жадные коммерсанты не так уж плохи. Я бы вот сейчас не отказался от нового байка.
Все. Как делишки? Что нового? Да. Ага. Пока. Увидимся. Привет. Ну, как жизнь? Топлива тут все меньше. Лады? До скорого. Я могу помочь? Дик, ты знаешь Намада с монтировкой и шрамами на лице? Его все зовут Лимбо. Не знаю. Он вчера пришел в лагерь, принес кое-какую добычу, выпил немного. Ушел, похоже, только сегодня утром. А, Такер, я за охрану не отвечаю. Скажи Алкаю. Он насмерть забил двоих, Дик, в том числе женщину. Боумана и Хьюит. У нее лицо было разбито до неузнаваемости. Хьюит? Это Мария, что ли? Господи. Он местный, этот ублюдок, Лимбо? Элкай говорит, они обосновались в старой егерской сторожевой вышке на восточном склоне трехпалого Джека. Ага, знаю, где это. Я разберусь. Я так и думала. Так что, Такер, мне-то можно доверять?
За байком пришел? Не лезь под ноги. Минутку. Я открою. Такер, я на месте. Да, похоже, Лимбо с приятелями здесь уютненько устроились, прямо как дома. Ты говорил, у него лицо в шрамах. А еще приметы есть? Он ходит в зеленой куртке, как долбанный лепрекон. Принеси мне его монтировку, Сент-Джон. И желательно, чтобы на ней была кровь с его скотской рожи. Я понял тебя. Отбой. Thank you.
что? Нет! Не надо! Нога, нога, нога! Нога! Моя нога! Капкан! Нет! При тебе, да? Приди! Все туда! Попался? Не уйдет! Он утирает! Здесь кто-то есть! Прочесать тут все! Найти его! Вперед! Живо! Испугался, сукин сын! Вперед! Сбоку! Берегись! В укрытие! Его подстрелили! Вышибем ему мозги! У нас потери! Нет, нет, нет! Господи! Выходи, ублюдок! Его притих, а? В укрытие! Черт, в кого-то попали! Вали, гада, он убил нашего! Где ж ты прячешься, Липа? Ну, ладно.
мало боеприпасов. Стой. Отлично. Наконец-то. Пригодится. Это я заберу. Железный зуб еще при тебе, да? Thank you.
спокойной ночи. Еще трофеи. Ну-ка, поехали. Снайпер на дороге, твою мать! Стрелять по мне, паскуда! Свобода! Освобождение! Посмотрим. Продержится. Thank you.
Открывайте! Это тот намаз! Эй, что тебе нужно? Привет, как жизнь? Я могу помочь? Нашел этого ублюдка? Ага, вот его монтировка. Все, как ты просила. Молодец. Дик, в таких делах я всегда рассчитываю только на тебя. Слушай, я понятия не имею, куда вы с Бухарем свалили, но я рада тебя видеть. Мы недалеко, Такер. Если что, ты знаешь, как меня найти. Иди к Алкаю, я переведу кредиты. Здесь давай. Хватит балду пинать. Не надо. Пожалуйста. Не надо. Да?